Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня с вами рассмотрим один из вариантов дебюта игра Каулена. Gf4, Fe5, Hg3. И черные временно жертвуют шашку. Можно бить и в эту сторону, тогда черные играют Hg5 с примерно равной игрой. А мы с вами сегодня рассмотрим вариант с перебоем. Черные отдают шашку и возвращают временно пожертвованную шашку. В этой позиции за белых лучше всего играть Де3. Теперь у черных есть три хода. Лучше всего играть Gf6. Неплохой ход есть Аб6. Вот Ед6 играть очень плохо. Ход Аб6 я уже разбирал. Кто не знает, как тут играть, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, там есть интересные варианты. Значит, давайте разберем ход Ед6. Вот здесь у белых большое преимущество. Играем АБ4. Допустим, АБ6. Б3. Грозим поставить тычок. Поэтому черным надо закрываться. И вот здесь вместо шаблонного хода АБ2 белые делают классный ход СД2. Значит, в чем идея? У черных есть два хода. ЖФ6 и СБ6. Оба они уже плохие. На СБ6 белые красиво побеждают с помощью комбинации. Нападаем. Ну, закрываться не хочется, поэтому черные меняются. Теперь играем dc3. Ну, черные, допустим, строят колоночку. И вот здесь следует классный ход ed2. Не даем хода gf6 из-за fg3 и удара, поэтому у черных единственный ход cb6. И здесь снова выигрывает отличная реплика ab2. Позиция белых просто страшная. Вот такой же заборчик, как правило, это очень плохо всегда. Но в данном случае белые побеждают. У черных единственный ход b5, а после него белые начинают и проводят комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Запускаем черных дамки, затем эту дамку ловим, подрываем пункт f8 и красиво побеждаем. Такой нешаблонный вариант. Так, CB6 выяснили плохо в этой позиции, поэтому приходится играть GF6. Тогда играем DC3, не давая хода FE5 из-за ED4. И у черных будет плохо. Поэтому черные играют HG7. Играем AB2. Вот в этой позиции у черных снова три хода. CB6, DE7 и B7. Все они практически уже проигрывают. После CB6 еще есть какая-то компьютерная ничья, но я думаю, в обычных человеческих партиях здесь уже будет проигрыш у черных. Просто нападаем, снова закрываться плохо из-за связки. Допустим, на так-так свяжем. Поэтому приходится меняться. Тогда играем CB4 и на ход DC7. Здесь выигрывает нешаблонный ход EF4. Именно таким образом. Значит, черные даже могут подумать, что у них лучше, потому что сейчас образуется связка левого фланга белых. Но на самом деле белые здесь побеждают. То есть на ход Fe5 играем Hg5 и грозим зайти в любки. То есть хода CD4 уже нету. Поэтому черным приходится жертвовать шашку. Ну и здесь форсированно возникает вариант с очень большим преимуществом у белых. Ни белые, ни черные не могут сыграть лучше. Так, и в этой позиции, видите, нельзя было играть ни АБ6, ни АБ4 из-за размена FG5. Ну вот здесь черным как-то, видимо, FE5 надо защищаться. А если они меняются FG5, ну этот ход напрашивается. Здесь белые побеждают. То есть переводим дамку А7 на F2. Затем постепенно проводим все три шашки в дамке. Затем строимся вот таким образом, коробочкой. И где бы дамка черных ни находилась, она легко ловится. И белые побеждают. Так, рассмотрели с вами ход CB6. На ход DE7 здесь побеждаем таким образом. Нападаем. Приходится закрываться. И играем BC3. Угрозим сыграть B5, поэтому приходится меняться. Тогда здесь побеждаем за счет того, что у черных ослаблен правый фланг и застряла шашка g7. Просто атакуем ослабленный правый фланг.
Видите, хода b7 нет из-за fg3. Кроме того, грозит уже проход в дамке. Поэтому черным приходится играть d5. Тогда продолжаем атаку. Ну и здесь ценой шашки прорываемся в дамке. Видите, у нас на правом фланге такой бетончик. Стоим отлично, поэтому черным не прорваться. Ну и здесь постепенно выигрываем. Например, на ход dc5 просто нападаем, и черным некуда прилично пойти. Приходится сдаться. Ну и наконец последний вариант. b7 по мотивам партии двух гроссмейстеров. Белыми играл Евгений Кондраченко, черными Николай Гермогенов. Белые играют b5, и у черных единственный ответ d5. Нападаем. Черным надо меняться 2 на 2. Лучшего не видно. Да, у черных колоночка, но опытный глаз видит, что шашка g7, она застряла и никогда в игру уже вступить не успеет. Здесь меняемся. Играем на отсталую шашку g7. Грозим выиграть шашку, поэтому приходится играть e4. И на ход gf6 здесь надо проводить удар fe3. В партии Кондраченко-Гермогенов белые ошиблись, сыграли b3. Вот после этого хода выигрыша у белых нет. Ну, черные в дальнейшем также ошиблись, и все-таки белые додавили. А здесь в этой позиции был уже закономерный выигрыш. Надо было выиграть шашку и просто идти в дамки. Позиция вообще, строго говоря, кажется ничейной по-человечески. Ну, давайте разберемся. У черных есть два хода. d5 и постановка дамки. Дамку ставить нельзя, потому что белые нападают. И у черных снова два ответа. Ну, если они закрываются, мы играем просто b3. И черным негде подождать, они проигрывают шашку. Белые остаются с четырьмя единицами и постепенно побеждают. Если же черные играют d5, здесь уже тогда ловим дамку черных. Таким образом приходится отбрасывать и идти в дамки, но здесь даже до дамок черные дойти не могут. Мы их просто ловим и выигрываем. Второй вариант в этой позиции — это ход d5. Тогда ставим дамку. Снова видите, дамку ставить нельзя, потому что белые ее поймают, и все сводится к предыдущему варианту. Поэтому черные играют e4. Играем dc3. Снова дамку ставить нельзя из-за ловли вот таким образом, cd4. И черные проигрывают. Поэтому приходится играть fg3. Ну, fe3 тоже нельзя. Просто меняемся. И черным нельзя будет поставить дамку. Поэтому приходится играть fg3. Тогда уходим на a3. Снова дамку ставить нельзя. Видите, из-за cd4. Приходится играть gf2. Нападаем. Снова дамку не поставишь таким образом, потому что мы зажмем шашку h2. Поэтому приходится закрываться вот таким образом. Уходим на a3. Ну и... Так, прошу прощения. Уходим на a3 шашкой. Ну и черным некуда ходить. Приходится ставить вторую дамку. А здесь белые симпатично выигрывают. Такая своеобразная лестница получилась. С выигрышем. Теперь, друзья, давайте рассмотрим сильнейшие варианты за черных. Снова дебют игра Каулена с перебоем. d3. Вот в этой позиции вместо ed6, мы выяснили это плохо, черным лучше играть gf6. Пусть bc3, fe5. Развиваем сильный левый фланг. Белые также развивают сильный левый фланг. Затем обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. И в этой позиции у белых есть два хода. bc5 либо ba3. Вчера в видео сказал, что есть ход cd2 на серьезных щах. Минут 5 разбирал этот ход, а здесь же простой выигрыш. Просто fg5, как указал мой ученик Максим. Ну и все, и черные легко выигрывают. Такой казус вчера получился, да. Ну давайте разберем ходы b3 и bc5. Значит, после хода bc5 лучше всего напасть. Белым лучше всего закрыться. И играем dc7. Грозим выиграть шашку. Назад меняться пассивно, поэтому белым лучше всего закрыться. Тогда нападаем. И белые меняются.
Вываливаемся на f4, и белые играют e2 с идеей разменяться назад. Здесь в партии белыми играл Сергей Королев, мастер спорта, сын гроссмейстера Юрия Королева. Черными играл гроссмейстер Олег Дашков, неоднократный чемпион России. Значит, черные сыграли bc7 и поставили коварную ловушку, в которую белые попались. Они сыграли cd4, и черные провели блестящую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Ну, комбинация на самом деле не такая уж и сложная, но незаметная и не шаблонная. Пропускаем белых дамки, затем отдаем две шашки и сами бьем три шашки. И одновременно строим капкан для белой дамки, в которой она попадает, и мы красиво выигрываем. Но все-таки справедливости ради хочется отметить, что вместо проигрывающего хода cd4 белые могли разменяться назад вот таким образом. И здесь было преимущество даже у белых. Например, на ход cb6 белые могли провести комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Она несложная, но симпатичная. Ставим так называемую присоску, или как я ее называю, пиявку. И в какую бы сторону белые не побили, мы затем строим колоночку, отдаем еще одну шашку и неизбежно попадаем на придамочное поле с выигрышем. Вот такая симпатичная штучка. Поэтому в этой позиции черным надо было играть аккуратно. Надо было отдать лишнюю шашку обратно и напасть. Но здесь у белых сохраняется преимущество после b5, но выигрыша нет. Допустим, fg5, d5, g6. Если черные сыграют e6, тогда белые могут свести позицию к предыдущим рассмотренным вариантам. e2. То есть, видите, уже после хода e4 возникает фрагмент из партии Кондраченко-Гермогенов. Белые временно выигрывают шашку, ну и затем просто идут в дамки с выигрышем. Это мы видели. Поэтому правильно в этой позиции играть e6. И теперь на e2 уже играем e4. Белые здесь меняются назад. Оппозиция вроде бы в пользу белых, но это ничего страшного. Мы ближе к дамкам, поэтому мы отдаем за черных шашку и прорываемся в дамки. Ну, здесь, естественно, нельзя отходить из-за несложного удара. Черные просто нападают и жертвуют дамку и выигрывают. Ну, такая детская ловушка. Поэтому после нападения следует не жадничать. Белым возвратить лишнюю шашку, и партия заканчивается ничьей. Возвращаемся к нашей позиции. Вместо хода bc5 белые могли сыграть b3. Ну и здесь также возможен интересный вариант за черных. cd6, cd2, ab6, b5, bc5. Черные занимают центр. И затем разгружают свой левый фланг вот таким разменом. Белые пытаются прорваться на ослабленном правом фланге черных, но черные делают это быстрее и поэтому за счет более быстрого прорыва побеждают. Нападают, приходится отходить и ставим угрозу. Грозим ed4 и gf2. У белых поэтому единственный ход cb6. И начинаем прорываться по центру. Далее все форсировано, черные меняются назад, даже не торопятся в дамке. Белые строят треугольник и готовятся уже к прорыву. Ничего страшного, идем в дамки. Белые жертвуют шашку и бьем одну. Значит, в этой позиции есть два варианта. В партии двух гроссмейстеров белыми играл Никита Славянов, черными снова Олег Дашков. Был такой вариант, значит. АБ6. Черные поставили дамку. Белые также ставят дамку, и черные закрываются. То есть идея какая? Допустим, на ход GH2, как было в партии, просто нападаем и отъедаем шашку C7. Здесь белые недолго сопротивлялись. В принципе, тут быстрый выигрыш. Пожертвовали шашку. То есть, видите, сюда отходить нельзя из-за запирания. Поэтому приходится отдавать шашку. Затем просто закрываемся. У белых пошли единственные ходы.
и ловим дамку белых с легким выигрышем. Как еще могли сыграть в этой позиции белые? Если бы они сыграли, поставили дамку на b8, здесь у черных также выигрыш. Закрываемся. Допустим, b7. Ну, после ab6 все сводится к предыдущему варианту. Ставим дамку, грозим поймать. Значит, в этой позиции у белых два варианта. Если они уходят дамкой на b8, здесь у черных техничный выигрыш. Играем dc7. Ну, то есть, видите, сюда не пойдешь, дамка ловится. Сюда тоже не пойдешь, отдаем одну, забираем две. Ну и постепенно с двумя лишними выигрываем. Поэтому приходится играть в этой позиции gh2. Ну здесь просто зажимаем дамку белых по двойнику. Ну и белым надо сдаваться. Второй возможный вариант, если в этой позиции вместо хода аб8 белые бы сыграли gh2. Тогда ставим угрозу поимки дамки таким образом. То есть грозим поймать. Если белые уходят на g1, тогда ловим дамку таким образом. Ну и снова побеждаем. Кажется, что это ничья, но здесь этюдный выигрыш. Нападаем и делаем классный ход на e1. То есть сюда дамку не поставишь, она тут же ловится. А если белые делают единственный ход, ставят дамку на d8, здесь выигрывает красивая присоска или пиявка снова. fg3. Ну и белым некуда бить. Если они бьют две шашки дамкой, тогда выигрывает прием вилка. Вначале загоняем шашку белых b4 на бортик, затем загоняем шашку белых g3 на бортик. И вот она, характерная вилка. Если же в этой позиции белые бьют не дамкой, а шашкой, тогда ловим дамкой дамку белых и надо побить именно на d8. Это единственный ход. Ну и здесь грозим отъесть шашку f4. Поэтому у белых единственный ход fe5. Тогда играем d7. Ну и здесь легко выигрываем. Надо жертвовать шашку. Пытаться как-то прорваться. Ну и буквально в одном шаге от ничей черные отдают дамку белым и выигрывают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.